Приветище! И добро пожаловать в средневековье в симулятор таверны, которая называется... Да, я почитал наконец-то комментарий и увидел, что у меня здесь есть ошибочка. Нужно это все дело поменять. Грязнее... Хотя звучит тоже неплохо, учитывая, что у нас тролль нарисован. Грязный. Английский пошел. Грязный-ный. Теперь-то все же правильно написано? Вроде да. Поправил, а то подписчикам мозолило глаза. Это прям вообще... Что каждый видос про таверну мне обязательно кто-нибудь дописал, что ты не умеешь писать, ты безграмотный сволочь. Напиши уже, исправь ошибку. Вот, пожалуйста, я исправил. В общем, я рад тому, что у нас появилось несколько теперь... Три фи... А, точно, мне же плюс два сделали. Их надо теперь покормить. Корм сюда, корм сюда, корм сюда. Можно побольше корма кидать? Нет, не можем. Потому что корм у нас закончился. Нужно еще докупить. Я бегу докупать. И потом письмецо пришло. Давай почитаем. Письмо. Друг, вам стоит проверить участок за таверной. Кажется, вас обворовывают. Ваш тайный приятель мистер К. Что? За таверной? А кто меня тут может обворовывать? Только если кто-то дрова спер. Но тут больше ничего и нету. Ведро вроде бы стоит с водой. Сейчас я наберу. Давай, давай. Кстати, мне тут что-то говорили, что можно не крутить вручную, а просто зажать кнопку, и она сама вращается. Но так медленно очень набирается вода, поэтому нет. Так я больше делать не буду никогда. Воду, воду, воду надо куда? Суп у меня еще есть, тут вода есть. Ладно, пускай тут постоит наша водичка. Наберем супец. Там у меня посетители уже пришли. Какая фея, молодец, она принесла и выпивку, и колбасу. Остается только стейк. Сейчас гляну, есть там у меня что по стейку. Стейковский, конечно же, есть. Отлично. И еще просили у нас... Ты уже тащишь, да? Она уже тащит. А ты стейк тащишь? Блин, она меня опередила. Ладно, я тогда эль разолью. Какие у меня шикарнейшие фейки. А я же, кстати, хотел им еды купить. Пойду, пойду и куплю. Меня письмо вот это отвлекло немножечко. Доставочка. Обязательно, мне же нужно их кормить. Штучек 10 я куплю по напиткам. Все, о, колбаса есть, стейки закажем. А, понял, денег недостаточно. Окей, пока так давай. Путник, что с тобой? Что тебе нужно? Я проделал долгий путь и увидел вашу таверну. Я умираю от жажды и прошу всего лишь холодной воды. Сейчас принесу, не проблема, братиш. Я вижу в твоих голубых глазах отчаяние. И я помогу тебе его решить. У меня как раз тут... Как знал, что с утра ко мне забредет вот такой вот товарищ. О, плюс 20... Путник поблагодарил... Что-то заплетается у меня язык. Плюс 20 репутацию он мне вбахал. Какой он красавчик. И два лайка с двух рук поставил. А тут у меня все плохо. Что-то фея не успевает обслуживать. Берем и потошили. Держите. Еще стейк, еще... О, с супом-то у меня проблема. У меня суп закончился. Сейчас я пойду его тогда варить. Опа. Приехала. Что-то слышу звук мух, как будто они на мясо сели. Да сюда. Так. Быстренько набираем водичку. Оу-оу-оу! Как башка закружилась. И варим супец. Быстро-быстро-быстро валим. Ага, поварили мы супец, потому что дров-то у нас нету. Тут еще лошадь насрала. Все идет не по плану. Быстро рубим. Давай же. Надеюсь, там фейки пока справляются без меня. Хотя им приносить нечего. Накрывать на стол, точнее, нечего. Берем одну дровину. Срочно ее тащим. У меня там срочных заказов вроде бы не было, да? Все сюда закинули. А, еще же... Как-то странно, да? Закидываешь дрова, а потом еще подкидываешь. Очень меня это настораживает. Сейчас как бомбанет наша печка. Закидываем помидоры, морковка, чизногма и капусточка. Кручу, верчу, супец отличный сварить хочу. Перфектно, супец готов. У меня же два подноса, я забываю про это.
Так, вам один супец, пожалуйста. Кто еще хотел? Кому еще? Вам. Вам два сосисочки. Точнее, колбасочки. Пожалуйста. Стейков. Огромная куча. Фейки, не расслабляйтесь. Что-то вы расслабились, я смотрю. Там у нас колбаска. Еще одну возьмем. Что-то она долго там. Колбаска. А, она колбаски развешивает. Я-то думаю, что она там. Держите. Вон туда. Эль. Больших порциях эль нужен. Сюда. Вам, пожалуйста. И тут два. Все столы забиты. Вот это поворот. Наверное, пользуется успехом. Надо еще раз летельчика. Давайте, дамочки, быстрее. Проходим. У меня тут одна гениальная мысль созрела. Сейчас кто-нибудь отсюда будет уходить. Вот, смотри, вот эта вот барышня. Стойте, барышня, стойте. Я хочу вас забрать. Вы никуда не уходите. Нет, вы идете со мной. Так, кажется, что мужик что-то от меня хотел. Нет, мне только барышня нужна, мне мужик не нужен. А что-то как-то высоко. Так, дама, мне вот вас надо вот туда. Давай, тихонечко. Вот мужик отстал, хорошо. Я так полагаю, это ее приятели тут прицепились к ней. Да стой. Что ж такая высокая дама? Куда ты? Не уходи от меня, не уходи. Они реально втроем как зацепились, так и все. Аккуратненько двигаем вас. А, слушай, она что-то туда не двигается. Я хотел, короче, ее в комнате закрыть, но никак, по всей видимости. Зараза! Хотел ее сюда завести и закрыть. Посмотреть, что будет. Но она очень сильно сопротивляется. Вот, барышня, вы одна. Вот, пойдемте. Нет, не выходите. Огромная туча посетителей, все хотят жрать. И по первому, и по второму разу. Пойдет на помощь мне второй подносик. Супца, конечно, мы возьмем. Стейки кому-то еще нужны были, нет? Колбаса нужна. Колбасу и все. Вам, сударь, вам. Барышня супчик хочет. Тут тоже хотят. Колбаса. Выпить еще кто-то хотел, нет? Вроде бы нет. Значит, получается 2, 3, 4 супца. Не вопрос. У меня как раз тут есть. Суп кончился, кому-то не достанется, ребята. Ну уж извиняйте. Значит, кому? Кому не достанется? Тебе не достанется. Девочка, будешь голодать? О, чувачок, тебя, кажется... Кто-то наблевал в таверне, минус 10 репутации. Ну, ё-моё. Мужик, это ты был? Кто наблевал? А, вот этот наблевал. Сейчас ты отведаешь моей сковородки. Где она, кстати, у меня? Пока я достану, он уже это... Давай сковородку бери, блин. Пошел вон. Хамло. Он меня назвал хамлом и минус 3 репутации. Ну, понятно. Что ж, ну, это стоило того, потому что он все-таки наблевал. Он наблевал, скотина. Надо тут еще со всеми подтереть. Убрать толчок. Тут лошадь насрала. А там люди насрали. Этот все ждет. Ну, сейчас я с ним поболтаю. Можно с тобой? Нет, с ним не поболтать. Надо просто очистить унитаз. А то у него прорвет с одного места. Все, сударь, ваш трон готов, но вы как-то, как обычно, куда-то за туалет идете. Ну да, зачем в туалет, если можно за туалетом на природе, я понял. Настало время закрывать таверну, к нам, кстати, воришка пришел. Я тебя знаю. Ты ко мне уже заходил, ну пошел вон отсюда. Беги. Сейчас я его остановлю, вот так вот и буду дубасить. Я бы его вообще закрыл где-нибудь. Че, не пройдешь, да? Ты не пройдешь. Я буду бить тебя в вечность. Беги, что есть мочи. Иначе я сделаю из тебя отбивную. Ах, да, надо закрыть нашу таверну. Вот, так-то лучше. А он все бежит и бежит. Ну, пускай. А я пойду. Этот бухой в зюзю. В зюзю бухой. Этому надо налить. Опаньки, ты посмотри. Нажрался все-таки один. Ну вот на тебе мы и будем ставить эксперименты. Отцепись только рукой, что-то зацепился за стойку там. Будешь спать у меня вот здесь вот на кроватке. Вот так вот, ложись. Все, да. Вынести из таверны. А, блин, зараза. Я хотел его здесь закрыть, но, видимо, не получится. Даже в шкаф его не спрятать. Хотя в шкаф он бы, наверное, влез.
Он же сейчас в таком жидком состоянии, что... Пофиг. Пойду охранникам его сдам. Интересно, что они на это скажут? И вообще, как они отреагируют на то, что у них алкаш будет за цепями вон там вот? Так, нет, это не то. Опа! Смотрите, нарушитель! Плохо закинулся. Сейчас. Оп! Да что ж такое-то? Надо получше постараться. Оп, 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 оп. Оп! Плохо получается. Ладно, я так его сейчас вручную. А, тут невидимая стенка, он туда не перебрасывается. Они подготовились, эти охранники. Вот засранцы, да, он бьется об невидимую стенку. Ну что ж, ладно, тогда сторожите его до утра. 8:50, в 9 утра мы открываемся, но прежде я хочу улучшить свою таверну. А именно гриль улучшаем. Желательно побольше. Сколько вырезок мясных. Выглядит симпотно, но, по-моему, так же и было. Хотя с правой стороны стол появился. Дальше еще гриль улучшаем. На 200. Смотрим на него и... Ну, не шибко-то он и лучше стал. На что я 200 монет потратил? Только на посуду ее теперь больше стало намного. Пойдем посмотрим, сколько теперь у меня посуды. Посуды у меня здесь 20. Ага. Очень неплохо. Дальше улучшаем наш бар, чтобы больше посетителей одиноких к нам заходило. Склады. Ну, да, можно расширить. Винная бочка. Дает нам больше посуды, но... Улучшить я не могу, поскольку таверна не 7 уровня. Увы. Нужно немножечко повыполнять квесты. Что ж, окей. Так, у нас тут перестановочка намечается, так как я заказал еще парочку вот таких столиков на двоих. Поэтому у нас вот эти столики переезжают вот сюда. Вот таким вот образом. А сюда мы разместим другие. Такие же, но другие. Все, места тут прямо всем хватает. Отлично. Как надо. А вот и лошадь приехала, колбаса летающая. Лошадь привезла нам новую мебель, которую мы сейчас и выставим. Опа. Значит... Вот сюда две штучки мы ставим. Один столик. И второй. Теперь у нас гораздо больше посетителей вместится. Оказывается, у нас тут набор охотника появился. Ты посмотри, какая классная вещь. Метательные ножи, скелет рыбы, горн. Ох, как это все дорого мне обходится. Нет, пожалуй. Пожалуй, надо лишь горн закажем. Вот, ну и один метательный ножик. Вот так. Пускай приедет, и мы это украшательство куда-нибудь повесим. Колбасочки захотелось, да, вот вам феечка и принесла. Кушайте. Как же вы... О, у вас косоглазие, по-моему. Или вы так на колбасе сконцентрировались? А вот и украшательство подъехали. Интересно, каких размеров горн? Он очень здоровый. И метательный нож куда-нибудь сейчас надо будет пришпандорить. Посмотрим, значит, нож. Куда его? Куда его? Куда его? Куда его? А, его надо положить. Ну, пусть он будет где-нибудь здесь тогда. Я не знаю. Все-таки это столовый прибор, да? Пускай будет на столе. Дальше. Горн. На стену вешается. Повешу его здесь. Пускай прямо у входа висит. Смотри, феечка несет суп. Но я ее сейчас опережу и посмотрим, что она сделает. Ах ты, скотина, я так трудилась, несла этот суп, а ты меня опередил, мог бы и сказать мне. И тем не менее, она просто ставит суп обратно на кухонный стол. О, бабулька пришла. Ладно, позолочу ей ручку в этот раз, наверное. Возьми 15 минут и проваливай. О, 15 минут, 15 монет. О, плюс 50 Нищенко уважуху мне дала. Нормально репутейшн я поднял, не зря я ее гонял до этого. Я, кстати, хотел поставить на этот столик что-нибудь, но тут написано, что это только для феи используется, ты понимаешь? Брать отсюда могу, а положить обратно не могу. В своей таверне не могу куда хочешь положить что-то. Оу, ко мне тут вонючки зашли. Блин, надо вас прогнать отсюда. Я знаю, как я это сделаю. А пошли вон отсюда, пошли. Чего вы такие вонючие ко мне зашли? Что-то мадмазель какая-то с непробивным лицом, ей пофиг. Эй, фея, ты какой их обслуживаешь?
Ну, раз уж обслужил, ладно. Я рад вас видеть. Добро пожаловать. Я тут сейчас приберу только за вами. Засранцы. Может, они мне больше заплатят? В какой-то веке обслужу вонючек. Посмотрим, что они мне скажут. А, суп еще вам, да? Окей. Я прям вот... Вот так вот вам поставлю. Через заборчик. Ура! Все! Квест выполнен! Новое задание — повысить свою репутацию. Мне нужно всего лишь 1000 монет где-то найти. Свиньи ушли. Посмотрим, сколько они мне оставили. 35. Это за тарелку супа и эля. Ну, то есть на 5 монет больше заплатили. Это из-за того, что я с ними поболтал. Короче, вонючие посетители такие же, как и обычные. Только вдобавок еще воняет и мусорят. Поэтому гнать их, как только они заходят в таверну. Спасибо вам, господа. 1080 золотых. Это значит, что мы идем делать апгрейд 7 уровня. Расширение таверны, новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события, новые рабочие места. Вип-зона появилась у нас. Найм помощников. О, да. О, ты посмотри, какая таверна у нас теперь с вип-зоной. С лоджией, что ли? Ну, это не совсем лоджия. Ну, короче, у нас теперь второй вход появился. Посмотрите на вип-зону. Да сейчас я сбегаю туда. Ёлки-палки. Войти, не пройти. А, тут можно было и вот так вот. Тут проход загородил я, да? Ну, круто. Знатные клиенты у нас будут. Вы стали настолько популярны, что теперь к вам будут приходить знатные клиенты. Их нужно обслужить в отдельном помещении с знатной мебелью. Для этого у вас теперь есть зал для знати. Знатные клиенты, они хотят более дорогую еду, но и платят они больше. Они все очень придирчивы к чистоте в таверне. Во всем остальном они такие же клиенты. Окей, 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 окей. Они даже будут пить и смотри, из каких стаканов. Ну-ка, дай-ка. А, тут... Они, скорее всего, не эль пьют, а винишечка. Пойду посмотрю, что я теперь могу заказать. Я там сыр еще видел. Так, фейки, обслуживайте тут всех клиентов. Что у нас по супу-то? Что, у нас суп закончился? О, а, нет, есть у нас суп. Который как раз-таки феи сварили. Держи. А я побежал закупаться для знати. Что там они любят посмотреть надо? Ресурсы, а как бы... Все как и раньше, ничего нового. Напитки, подожди, закуски. Ничего нового не добавилось. Как насчет мебели? Мебель добавилась, да. Здесь простой стол на шестерых, а тут железный. С ободком таким железным. И тут тоже железный. Это для знати, наверное. Заработай 10 тысяч золотых. Достижение получил. А что по украшениям тогда? Тогда вот украшение для 6 уровня таверны. Ну, такого себе. Не очень-то впечатляющие. Выходит, что нам нужно переместить куда-то что-то. Так. Это я здесь поставлю столики. Вот эти зря я их тут уронили. Деревце мое уронили там. Столики, значит, переезжают у нас теперь сюда. Раз такая дилемма. Я прям стул к стулу. Тут кто-то, если сядет, будут спина к спине. Вор? Ах ты негодь. Я вначале подумал, что он хочет за стойку сесть. Пошел отсюда! Отбивной тебе нос сейчас сделаю. Мужик, втащи ему тоже. Хотя он уже удристал. Пока ты дойдешь, пропердишься. Зона спина к спине почти готова. Сейчас я подниму вот это. А, можно, в принципе, и на столик поставить. И другой сюда. Типа такой а-ля VIP. Только не VIP. Все нищеброды сидят там в шестером, в четвером, а здесь местечко для двоих. По такому поводу для виповцев у нас будет еще один здесь шкаф стоять. Стеллажик, точнее, с книжками. Вот, у них тут книжки, ну, видимо, они любят читать. По заданию теперь нам нужно заказать мебель для знати. Окей, давай на четверых закажем. Приехал наш столик знатный. Мебель, стол. Угу. А то есть, ну, в принципе, его и в этом... Помещение можно разместить, но как бы нежелательно. О, окошечко, давай поставим его. Типа вот так вот. А что он не ставится? Неправильная комната. А, не... то есть это мебель не для знати, что ли?
неподходящее место. Ха, как интересно. То есть сюда столик ставится, а туда не ставится. Ладно, поставим пока стол здесь. А как это понять, какая мебель для знати, а какая не для знати? Кто-нибудь мне объяснит? А, ну да, вот написано же дорогая мебель. Она реально дорогая. Сейчас я немножечко денежек соберу тут. А то у меня не хватает немножечко. Вот, и куплю дорогую мебель. Давай, наверное, вот за 150 вот ширмочками такая, чтобы приватная комната. Хотя нет, я смогу два стола. А, это для одной персоны, а это для двух. Ладно, давай для двух купим. Покупаем. Ну-ка, 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 дорогая мебелюха. Да, я погляжу-ка. В обычном мешке приехал. Ну, допустим. Я уж забил на готовку еды. Вообще надо закрыться 2 часа ночи, чтобы нас никто не тревожил шибко. Закрываем. Знать же все равно по ночи не бродит. Они спят вроде бы как. Оу, ну в таком случае, конечно же, у окна. Очень симпатично смотрится. Реально приватно. Еще бы вот здесь вот тоже. Мне нужно заказать новые товары, говорит нам главный герой. Окей. Мясо тащишь, молодец. Хорошо, когда фея тебе помогает в работе. Теперь новые товары у нас появились, правильно? О, вот и вино тебе, пожалуйста, и сыр. Окей, закажем на 73, вот у меня есть. Вот так вот, короче. 2 сыра и 2 чашки вина. Это все, на что мне хватило. Потому что денег пока что нету. Вот и приехала пища богов, да? Сыр и вино. Вот и сыр лежит у нас. Его, наверное, надо разрезать как-то. Ага, точно. Наберем венцо. Красненькая жижа. Как будто сейчас вампиры ко мне прибегут. Но мы-то знаем, что это вино всего лишь навсего. Фейка у меня тут суп готовит. Но проблема в том, что она не может классно... А, все, она уже сготовила суп. Суп обычный, то есть он не золотой, как я умею варить. Потому что я-то шеф-повар от бога, а феи нифига. Вот, даже видишь, вот мясо блестит, а сейчас фея сготовит мясо, и оно не будет блестеть. Давай, чеснок, кстати, вон лежит, если что, если вампиры нагрянут на меня. Часы песочные. Раньше не обращал на это внимания. Всегда готовил на чуйку. Вот, сготовилось мясо, и как мы можем видеть, вот мое приготовленное мясо, а вот фея приготовила. Как бы им еще учиться и учиться. Что ж, я думаю, что на сегодня это все. Прям зал обалденный, репутация у нас 8 уровня. И какие вип-персоны будут приходить к нам в вип-зал, ты узнаешь в следующем ролике. Так что не забудь поставить лайк и подписаться, и тогда мы вновь увидимся. До встречи!